Доброго дня. Запрошую вас до програми «Це вас хвилює». Вона сьогодні надзвичайно цікава. Я абсолютно впевнена, що в більшості з нас, щоправда, невелика кількість людей, навіть із цієї більшості, може сказати вголос, що вона серйозно ставиться до своїх сновидінь. Ми сьогодні будемо говорити про наші сни. В студії психотерапевт, практичний психолог загальноосвітньої школи номер 14 Ольга Алексєєнка. Доброго дня. Доброго дня. І я хочу вас запросити до спілкування. Номер телефону для ваших дзвінків 76-92-42. Можете телефонувати, ставити свої запитання, можете не називати своє ім'я. Якщо вам раптом не хочеться говорити, що ви цікавитесь такими, на перший погляд, дрібницями, як сни, телефонуйте. Телефонуйте, ми очікуємо на ваші дзвінки. Поки що спілкуємося з пані Ольгою. Пані Ольга, чому ми справді ось таке в нас ставлення серйозне і несерйозне до снів? Підглядаємо інколи. От, ну просто я думаю, що зараз, із наших глядачок є певна кількість людей, які погодяться зі мною. І знову ж таки не вголос, а просто погодяться і все, що буває таке, відкривають сонники, відкривають, залазять до інтернету, дивляться, що ж воно таке значить, але вголос, ну, наче не говоримо про це. Але сни річ надзвичайно серйозна. Я впевнена в цьому. Варто тільки серйозно до цього поставитися. Да. Для начала я хочу вам предложить, так как тема у нас сегодняшней передачи «Сны» и как анализировать свои сны, для этого нам понадобится блокнот. Я попрошу вас выбрать блокнот себе. Это будет подарок. Я, можно, посмотрю? Откуда? Да, конечно. Для меня важна не столько обложка, сколько содержание, так сказать. Того, что... Ну, наверное, эта обложка мне нравится меньше всего, но он самый организованный внутри. Хорошо. Да, поэтому вот так будет. Спасибо. Хорошо. На эту тему меня надохнуло, так бы вдохновило, вот, чтобы поговорить этой теме, приснившийся недавно мне сон. Почему, как бы, да, я психолог, я анализирую свои сны, я анализирую ситуацию, но вот один из последних снов, который мне приснился, он очень меня поразил. Он был действительно яркий, он был действительно такой неоднозначный. И, честно говоря, я думала перед тем днем, когда он приснился мне, что этот день, когда я встала утром, что он пойдет вообще не так и никак. Сон был, ну, смысл сна был такой, что я была вся в грязи, в какой-то яме, потом я встала. Это было все цветное, это было не черно-белое, это было четко видно, что там были какие-то люди, там знакомые, родственники, я уже точно не помню, но я стряхнула эту грязь и пошла дальше где-то, да. Я думала, что этот сон, все, ну, день пойдет неудачный. Оказывается, внимательно проанализировал его, этот день прошел как нельзя лучше. Я заключила все те, подписала те документы, получила все те разрешения, которые нужны были. И я, например, встретила своих давних знакомых, которых давно не видела. Я проанализировала по каким-то звонкам те ситуации, тех людей, которые какие-то связи мне не нужны. То есть я профильтровала это все. И действительно, когда я начала анализировать, то оказывается, что вот смысл, вот если это грязь брать, да, как бы в сонике я не знаю, что это, а вот это то, что энергия какая-то ненужная уходит от нас, с нас уходит. То есть происходит какая-то трансформация у нас. Сны же недаром снятся. Это наше подсознание выдает нам ту информацию, в которой вот наше сознание... Которое так или иначе беспокоит. Да, беспокоит нас. И мы не находим в реальной жизни времени на то, чтобы ее проанализировать, ну или хотя бы просто каким-то образом сесть, продумать, посоветоваться со специалистом. И вот таким образом она дает о себе знать. Чтобы как-то приоткрыть эти ключи, я предлагаю вот такой вот, ну, условно, 14-дневный курс. Что туда входит? Вот первый день. Если приснился сон, что нужно сделать? В первый день обязательно записывать. Почему я вам подарила блокнотик, чтобы вы начали записывать свои сны и анализировать их?
Ольга, можно я задам? Я буду перебивать вас вопросами. Вы знаете, очень важно здесь, мне кажется, я просто к тому, чтобы вы подсказали, может быть, есть какая-то техника, поймать этот ускользающий сон. Потому что некоторые исследования утверждают, что сны снятся абсолютно всем, но 95% людей их забывают буквально в первые минуты, а то и считанные там десятки секунд после того, как человек проснулся, все, сон ушел, и он говорит даже, что мне ничего не снилось. Но, повторюсь, некоторые приверженцы этой идеи говорят о том, что сны на самом деле снятся всем. Опять же, мне приходилось сталкиваться с тем, что есть какие-то определенные духовные практики у разных народов, которые помогают каким-то образом оставить воспоминания об этом сне. Ну вот, в частности, кстати, записать его мгновенно после пробуждения – это один из них. Но может быть что-то еще. Получается, что сны мы можем даже себе заказывать. То есть, когда мы в сознании, перед тем, как ложимся спать, мы даем себе установку, что когда я встану, я вспомню этот сон и запишу его. Тогда действительно происходит то, что наш мозг работает так, чтобы мы смогли вспомнить, чтобы записался этот сон у нас, мы запишем его в блокнотик. Но бывает и так, что наше подсознание проработало какую-то информацию, и на данный момент эта информация, вот когда люди говорят, что этот сон не запомнился, да, я ничего не помню, вроде бы снилось, вроде бы не снилось, вроде бы что-то я провалился в сон, и все, я проснулся утром, я ничего не помню. То есть наше подсознание что-то проработало, и на данный момент эта информация не нужна человеку. То есть оно, и сознание услужливое отодвигает на какие-то вторые, третьи планы. Да, для этого, что мы делаем первый день? Вот приснился сон. Записываем главный образ, который присутствует в этом сне. То есть способность выделить главное, что происходит в этом сне. Или будь то какая-то фраза, или будь то какой-то объект, да, например, машина. Или фонтан, там, или дерево, или дом, да? Что символизирует, например, дом? Дом – это то внутреннее наше состояние, наше окружение. Машина – это наше движение по жизни, да? Как бы мы, что бы ни происходило в этом сне. Дальше, если мы берем второй день, пусть оно снится что-то другое, мы просто учимся пока записывать и анализировать, да? По происхождению какого-то времени, по истечении какого-то времени, мы способны будем, записав несколько фраз, как бы проанализировать, и главное еще, что произошло в течение дня, нужно записывать. То есть не просто, что нам дает сон. Это не дневник сновидений. Нет. Это на самом деле дневник на ближайшие две недели. Да. Что происходит на жизни? Мы же должны, ага, приснилось нам что-то, а что потом произошло? Да? И как этот сон для нас будет интерпретироваться, да? То же самое, вот говорят, зубы выпадают, это значит там что-то, или смерть, потери, да. А то же самое, это потеря нашей жизненной энергии, то есть или мы не туда движемся, или что-то мы не то делаем, значит, стоит задуматься, какие-то препятствия у нас встречаются на дороге, ага, не зря же нам наше подсознание это дает. И оно способно только проявиться тогда, да, или в каких-то духовных практиках, которые используют люди, или во снах. То есть так мы всегда социализированы, у нас работа, у нас дети, там семья, и мы не можем обращать на это внимание. Второй день. Вот мы записали первый день какой-то главный сюжет, второй день мы отмечаем... Сюжет или образ? Образ, главный образ. А второй день мы отмечаем обстановку. Например, что происходит, да? Что-то нам снится. Мы идем пешком или мы едем? Мы едем, машина назад идет, или мы падаем, или мы взлетаем? Тоже нужно смотреть на это, да? Как оно происходит? В третий день, это сродни вашей там профессии, вот сделать как отдельные сюжеты в киносценарии. То есть проанализировать. Сцены, картины. Да, сценки, так картинки. Такой короткий какой-то законченный фрагментик. Это сцена. Да. Сцена. Вот каждую сцену нужно проанализировать. Или мы запомнили какую-то одну сцену, или у нас какой-то сюжет идет. Бывает часто, что мы вот просто запомнили что-то одно. Но это одно, что-то было как-то, да, если мы встали, сразу записали каким-то одним словом, емким словом, а потом у нас начинают всплывать какие-то подсказочки. Развитие какое-то начинается, это как тянешь за ниточку и распускаешь весь свитер.
Очень главное, что, например, в следующий четвертый день, вот мы 3 дня прошли, в четвертый день запоминать второстепенные образы. Что бы ни было, что бы ни происходило. Да, то есть, если я ехала в машине, то что было за окном? За окном или сзади. Да. Или, может, чемодан на сиденье лежал. Ага, куда мы движемся? Куда мы хотим путешествовать? Или без внутри ручки. Да, без ручки. Тоже очень главное, да? Как бы там ни было, даже если второстепенные образы у нас встречаются во сне, то это все равно проявление нас самих. Это мы сами. То есть где-то в какой-то ситуации, не зря же говорят, что человек, встречая на своем пути людей или объекты, или какие-то там действия, это проецирование его самого. Так же и во сне. То есть все, что снится во сне, это все я? Да, это все вы. Даже если это другие люди, это все равно и я. И объекты, люди, это все равно вы. То есть какая-то ваша внутренняя часть находится в этих людях или объектах сна. Пятый день. Я изучаю свое поведение и свои эмоции. Как я веду? Что я делаю? С какими эмоциями? Плачу я или смеюсь? Что происходит вокруг? Это тоже очень важно запоминать, потому что вот эти все переживания, которые у нас происходят, они отображаются во сне. Переходим к шестому дню. Я наблюдаю за персонажами. Вот записываем и наблюдаем, что происходило с персонажами во сне. Знакомые, незнакомые люди, объекты, действия, дом, не дом, машины, там еще что-то, полянка, лес. Были мы в этом месте или не были мы в этом месте? Знакомые или незнакомые? Ну да, бывают такие даже. Дальше, седьмой день. И вот как бы так, половина, экватор, да, я выделяю финальную сцену. Что произошло? То есть ключевое слово, на фраза. На чем сердце успокоится, да. Что? И вот эта финальная фраза, финальная сцена нам может приоткрыть истину, да? Например, вот фраза такая. Я пытаюсь найти своего мужа, но безуспешно. Что это может быть? Что показывает нам это, да? Что какие-то раскрывает наши затруднения и супружеские отношения таковы, что вот, ну, не позволяют найти выход в жизни, да, какие-то. Значит, стоит задуматься над этим, что происходит у нас. Может посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Раз нам подсознание вот дает такую подсказку. Ну и как бы мы перешли вот неделя, да, мы отработали сон, как бы там сны, которые нам снились, и переходим вот к такой второй неделе продвинутой. Это нужно провести параллели с тем, что я пережила в жизни или там во сне. И вообще это происходит в жизни, то есть как наша жизнь отражается на наших снах. Тут тоже нужно как бы произвести, вот знаете, такую работу над собой, чтобы понять, не просто да, в сонник заглянуть, ага, для кого-то это так, сны же тоже составляли люди, сонники, то есть составляли люди. И основываясь на своем опыте, а хорошо, может что-то нам не подходит, или найти какую-то другую причинно-следственную связь в этих снах. И девятый день – это я читаю Фрейда. Можно так назвать. Ну, психоанализ же, он сам по себе такой вот, а в основном основывается на снах, да? У нас с Фрейдом все знакомы. Кто лично, кто понаслышке. Но не зря же оговорки, да, да, там какие-то слова вставляются в предложение. Это все это уже, это уже не имя собственное, это имя нарицательное сегодня. Да. В десятый день я читаю Юнга. А вот здесь... Но тут сложнее. А здесь, может быть, даже не очень сложно, мы просто с этим не сталкиваемся. Нет, я к тому, что Юнг еще не стал настолько нарицательным. А, да. Основатель аналитической психологии. То есть, но он задействует, здесь он дает нам хорошо понять не только наше внутреннее личное состояние, но и коллективное
Он выделяет определенные архетипы. То есть наши сны еще основываются на том, что существуют сказки, легенды, мифы, да, и мы должны... Что таким тем или иным образом оно все равно сформировало, в общем-то, наши представления, какие-то символы, которые мы воспринимаем абсолютно однозначно. Поэтому наше сознание будет услужливо предлагать их нам в качестве подсказок и подсказок, да. И поэтому очень хорошо читать сказки, мифы, там, словари какие-то, да, чтобы узнать, что это обозначает. Если читаешь легенды Древней Греции, то и подсказки будут соответствовать. Да, в легендах Древней Греции. Теперь 11-й день. Я учусь играть словами. Приснилось белье. Что вы скажете? Что мы знаем? Какие фразы насчет белья? Я растерялась просто. Вот насчет белья не знаю. Ну, смотрите. Спросите меня о чем-нибудь другом. Копаться в чужом белье, знаем? А, ну да. Да, что-то там или что-то это еще. Это не имеет отношения к моей профессии. Не-не-не-не-не-не. Перетряхивать грязное белье, да, что-то еще. Вот. Да. Как бы мы должны поиграть словами. То есть какие-то ассоциации к нам приходят. Дерево. Сакура. Что нам приходит? Приснилось, да? Это цветущая вишня, да? Как бы, или у нас связано что-то с восточным? Ну да. То есть поиграть, поискать ассоциации. Как, что приходит нам на ум сразу, да? Вот если мы записали там ключевую фразу. Ага, машина, тот же дом. Деньги. Что ассоциируется у нас с деньгами? Власть, да, например, там. Или слово или лев. Лучше просто достаток. Или достаток, да, ну, например. Ага. Лев. Тоже царь зверей. Что у нас под образом льва к нам пришло в этом сне? Угу. Ну, это все нам может подсказать только наше уже сознание и бессознательное. Когда начинаешь выдавать на гора эти ассоциации, то уже тогда, в общем-то, и понимаешь, к чему. И постепенно переходим, как бы, да, я упражняюсь в понимании и использовании символов. Вот когда мы наработали опыт, мы можем уже применить эти символы, да, мы можем даже где-то сами себе или кому-то другому дать какие-то подсказочки, что вот бывает делятся, ага, мне приснилось то-то и то-то, ага, а после этого мне произошло то-то и то-то, значит, может у тебя произойти, может не произойти это, да. И в 13-й день, например, мы устанавливаем какие-то ассоциативные связи. То есть сон, и что у нас произошло? Вот почему я говорю записывать, да? Ну, кратенько, там, ключевые, может, какие-то слова. Что у нас происходит? Что нам приходит в голову с этой цепочкой ассоциаций? И 14-й день, вот за образами мы создаем какой-то сюжет. То есть сюжет одномоментный, вот из этого сна, или тот, который сложился на протяжении всего этого времени? Можно, это уже можно играть. Не обязательно, да? Или один сон, или вот на протяжении. Бывает, часто задают вопрос, снятся одни и те же сны. Ну да, я только хотела сказать, что бывает же такое, что действительно снятся одни и те же сны. Повторяются. Не просто повторяющиеся, есть, мне приходилось буквально недавно, сейчас не могу просто вспомнить, кто из моих подруг сказал о снах с продолжением. То есть это вот тоже такая, сериал. Да, сериал. Значит, что пока мы не найдем ответ на эту подсказку, то есть что нам дает подсознание, пока мы не разберемся в той проблеме, которая у нас существует, сон будет повторяться и будет идти как-то с продолжениями. То есть он нам дает подсказки, мы не реагируем. Он дает подсказки, мы не реагируем. Что происходит дальше? Он дальше, дальше, дальше. Ага, надо стоп, остановиться, посмотреть, проанализировать. Грабли – наш национальный инструмент. Угу. Наступаем постоянно. Цветной или черно-белый? Не имеет значения. Если цветной, вот ярко цветной сон, посмотрите там, что обозначает этот цвет, да? Тот же. Или черно-белый. Или мы не помним, что, как происходило, да? Или как-то опять же, в разных традициях, в разных культурах отношение к цвету тоже разное. И совсем не обязательно, что у меня, у славянской женщины, которая выросла на украинской культуре, но увлекается восточной философией, окажется, вот какая из этих проекций окажется самой естественной, самой настоящей? Может быть, здесь надо смотреть и то, что у вас заложено генетически, и
то, чем вы интересуетесь. В контексте, что происходило в этом свете, да, в желтом, например, свете, да, у нас как-то желтый свет считается более там такой разлука, да, там это. Вот у меня совершенно другое отношение к этому цвету. Цвет. Мне тоже нравится абсолютно желтый цвет, да, мне нравятся желтые цветы, например, да, это совсем другое. То есть, что мне подходит в данный момент, чем я интересуюсь, что дает мне этот цвет, или радость, или печаль какую-то. То есть в данный момент, что происходит в жизни у нас. Ольга, а что должно стать результатом вот такой двухнедельной работы? Это на самом деле серьезная работа, несмотря на то, что по большому счету ей может быть уделено 10-15, ну в финале там 20 минут в день. И 5 минут достаточно. Ну может быть и 5, да. То есть времени совсем немного в каком-то таком процентном отношении нашего может забирать эта работа. Что в финале? Для чего мы ее проделываем? Чтобы понять те подсказки, да, те... Научиться их читать. Читать, да. Что нам понять дает? Это первая неделя. А вторая читать. Вы правильно сказали, Инга, что читать те подсказки, что нам дает наше подсознание. Потому что мы не можем вытянуть. Иногда у нас стоит проблема, даже психологи говорят, вы не можете решить какую-то проблему, закажите ее. Она приснится вам, решение этой проблемы. Если постоянно думать о ней, то есть она приснится, как можно найти выход из какой-то сложившейся ситуации. Получается, что наше подсознательное, оно куда более раскрепощенное, куда более, ну я не скажу разумное, куда более мудрое, чем на самом деле мы со всеми своими наворотами интеллектуальными, со всем своим развитием, Википедией и томами интересных всяких умных книжек. Действительно, наше бессознательное, оно действительно мудрое, вы правильно сказали. Ну и куда более раскрепощенное. Да. Вот и оно происходит, да, если у нас все-таки, если человек занимается медитацией, это длительное время, как бы, да, а сон – это та же медитация, тот же отдых, когда мы отдыхаем, наши мозги, вот интеллектуальные, отдыхают. И то есть... Еще тогда моделирую ситуацию, в общем-то, учитывая все наши интеллектуальные перегрузки, все наши сидения возле компьютера и телевизора, нередко ситуация, когда человек в течение ночи просыпается несколько раз. И каждый раз просыпается, он говорит, вот это сон приснился. Или там вот посреди ночи кошмар, просыпается, да, от своего очень яркого эмоционального сна, страшного сна, кошмарного сна, какого угодно. Ложится через какое-то время, засыпает, не знаю, чего-то съел. Выпил таблетку какую-нибудь, лег и заснул. Утром снится совершенно другой сон. Какой из них настоящий? Какой тот, что, который нужно сюда записать? И тот, и тот. То есть для чего нам приснился этот кошмар? Чтобы мы посмотрели, ага, мы должны не смотреть на ночь там фильмы там, или еще что-то. Ну, это очень прямолинейная ассоциация на самом деле. Хорошо. А тот сон, который после того, как мы встали, отдохнули, переключили, значит, что-то в жизни нужно переключить, чтобы пошло оно правильно. Вот что нам дает это. На самом деле, вы знаете, я абсолютно уверена, что в жизни громадное количество подобных подсказок не только во сне они к нам приходят. Они к нам приходят с болезнями, они к нам приходят с какими-то ситуациями, они к нам приходят с какими-то... Ну, грубо говоря, испытаниями, которые так или иначе подбрасывает жизнь, но мы проходим это как ежедневную суету будничную, не обращая внимания на это как на знаки. А порой стоило бы, вот точно так же, как прислушаться к снам и внимательнее к ним отнестись, вот точно так же стоит отнестись ко всем этим вещам. Мне так кажется, я могу ошибаться. Я по образованию журналист, не психолог. Вы не ошибаетесь. Дело в том, что действительно нам, человеку, дано то, сколько он может вынести на себе. Неспроста нам даны эти испытания. То есть нас жизнь проверяет на прочность. Способны мы оставаться человеком или нет? Способны мы оставаться людьми или нет? Способны мы доверять и жить там с Богом в душе, с добротой в душе, да, или в сердце? То есть нести радость какую-то людям? Или способны мы только быть там злыми, угрюмыми, да, вот так, в такой вот контексте? А если человеку постоянно даются те же самые грабли, ты наступаешь, 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 да, ну все тогда уже, тебе жизнь... И мне кажется, еще очень важно подчеркнуть, ничего мистического. Нет, ничего мистического, нет. Это очень важно. Да, нет, это не мистика, это жизнь, это наука, это не мистика.
Фрейд же не мистик, нет, он психоаналитик. И Карл Густав Юнг тоже. Там же. Да, там же. Та же компания. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. На жаль, вичерпано її час. Але я, ну так трапилося, що в цій програмі я працюю через, саме сьогодні, в програмі «Це вас хвилює», я працюю через, ну просто життєві такі обставини, колеги хворіють. Я сподіваюся, що поступляться вони за 2 тижні місцем в цій програмі. Я прийду із щоденником. Хорошо. І, можливо, ми з вами продовжимо цю тему, цю бесіду. І я не буду відверті речі якісь, надзвичайно, суто особисті говорити, але я думаю, що на цьому прикладі ми зможемо роздивитися якісь, які можуть бути цікаві широкому загалу. І сподіваюся на те, що хтось теж сьогодні вирушить до канцелярського магазину, придбає собі блокноти і наслідують нашим порадам. І всім приємних сновидень, хоча і день на вулиці сонечко світить. Дякую вам ще раз. Дякую вам, що були разом з нами. Дослухайтеся до наших порад. Розумієте краще себе. Життя вам буде посміхатися у відповідь. Хай щастить. В ефірі побачимось.